Девушка, не реви. Не реву. Вот так и не реви. Спокойствие, только спокойствие. Вот почему же полюбить себя так тяжело? Мы что, все какие-то дурачки? Или мы какие-то слабоумные? Чего нам не хватает для того, чтобы просто, ну, нормально относиться к себе? Почему других мы можем любить? Почему в других мы можем видеть, что они красивые, умные, интересные, веселые, талантливые? Мне кажется, что реально только психологи знают то, как происходят вещи на самом деле, в реальности. Это за 3 шага можно сделать. Психанула и написала сценарий. Самая краткая и исчерпывающая инструкция по тому, чтобы самостоятельно вылечить созависимость навсегда. Сейчас я вам расскажу о том, как я полюбила себя. И это было примерно 1.5 года назад. Я, как никто другой, знаю, что это значит загоняться по поводу каждой капли своего жира. Приходит ко мне какой-нибудь суперуспешный, супербогатый человек и суперпопулярный, который держит такую маску счастья и успеха на лице для всех людей и плачет горькими, горючими, крокодильными слезами от того, какое у него тяжелейшее эмоциональное выгорание и как он устал заставлять себя. Вместо этого я вам хочу предложить другой радикальный метод. Это видео заряжено на избавление любых загонов по поводу внешности. Но я уверена, что после этого цикла видео про то, как полюбить себя, уже точно все полюбят себя, и это не будет для нас проблемой, и все у нас у всех будет хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ждите скорее мое следующее видео, в котором вы узнаете ответ на вопрос о том, как очень быстро, радикально, полностью и навсегда полюбить и принять себя без Луизы Хей. Блин, у меня что-то прям сегодня вообще реально такая пруха.